сколько интересных людей открываю я. Вот смотрите. Ни за что не поверите, о чем этот снимок. Даже я бы ни за что не догадался. Здравствуйте, Валерий Константинович. Хочу показать вам два своих фото. Про раны на деревьях может пригодиться. Внимание! На следующую весну я обнаружил на ветвях раны там, где я давила ногами 70 килограмм. Кора обрезала. Вот. Прошло много лет, радует вот так. Они не уменьшаются, даже наоборот. То есть, просто, казалось бы, как деревья могут выстоять против пилы, да? Допустим, против секатора. Если человек просто походил ногами, и видите, как изувечилось дерево. Но снимок бесценный. Я вас просто, Тамара, милая, дорогая Тамара, вот, я просто вас благодарю. Сейчас это снимок для учебников будущих. Это для вас. Даже я все время говорю, какой там к чертовой матери секатор? К деревьям даже с мыслями плохими подходить нельзя. Это не все. Смотрим дальше. А вот это вот кошка царапала. Царапала, царапала. Посмотрите, какой страшный результат получился. А вы мне ученые про бороздование. Давайте заранее вот так с мясом вот такие длинные царапины нанесем. Потому что дерево когда-нибудь начнет лопаться. У него кора. А сейчас она заранее. Мы вот так. Она сейчас заживет. И уже лопаться не будет. То есть мы заранее искалечим, чтобы потом оно не калечилось. Хотя рана, запоминайте, друзья, это постулат. Искусственные раны не лечатся. Естественно, раны лечатся. Ясно? Нам-то ясно.